Здравствуйте! Сегодня мы делаем хот-дог по рецепту 1989 года. Мы вчера только о нем узнали, и ссылка на это видео будет под нашим видео. В оригинале видео есть слова «Если вам повезло купить сосиски». По техническим причинам в 89 году мы не могли снять это видео. Приступим! Сначала режем хлеб. Так, достаем сыр с упаковки. Будем стараться резать толщину хлеба. Кому-то повезет. Голландский сыр получился толстоватым. Вот такой рецепт. Чистим сосиски. Купили самый вкусный. Из всех способов приготовления сосисек нам нравится в аэрогриле больше всего. Так, просто курицу. Взбиваем температуру. И включаем. На таймере написано длительность 35 минут, но мы готовим их меньше времени. Смотрим на состояние поверхности сосисек, то есть они должны быть обжарены до такой степени, как вам нравится. Прошло 8 минут. Выкладываем место, ставим остыть. По рецепту их надо разрезать на двое. Можно было закончить в аэрогриле, но в аэрогриле хлеб подсушивается быстро. Поэтому мы используем микроволновку. 5 минут на среднюю мощность. Сыр потек. Нам кажется, что готово. Да, таких бутербродов мы еще не видели. Так, калорийный. Как раз перед школой поесть. Мы сейчас будем есть. Вуаля. Выключаем. Ну вот и все, блюдо готово. Мы могли бы попробовать и сказать, какое оно на вкус. Но это зависит от того, как вы любите хот-доги, сосиски в тесте и какие продукты вы при этом используете. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.